Привет всем! Сейчас я нахожусь в кафе Чили, и здесь мне принесли, смотрите, во-первых, вот такую пасту с морепродуктами. Во-первых, красивое какое оформление. Например, я покажу вам это место. Такую красоту. Сделано как будто лофт. Там наверху перегородки какие-то. Тут окошко, а тут интересные вот такие вот сиденья. Доска чили, на которой они рисуют что-то. Такая важная штучка. Быка и льва. Вот как винный сделан. Умная такая выставка. Это для фундю. Старинные. Давайте посмотрим, что в нем. Пластинки. Также давайте посмотрим, как здесь красиво. Такие два столика стоят. Такие шкафы винные, холодильники с определенной винной температурой. И здесь место тоже можно сидеть. Красиво, очень оформлено. Нарисована как картина на стене. И наверху, посмотрите, какая красота, роспись. Да. Сейчас попробуем с вами вот эту красоту, которую мне принесли. Это паста или тальятели. По-моему, называется тальятели. Хотя тальятели, они же вроде более плоские. Так. Это у меня пина колада. Короче, давайте вот так посмотрим, пока тепленько. Класс, очень вкусно. Здесь как будто на стене стена дома с окошками, с реальными жителями. Самовар даже стоит, а там красивая люстра, винный. Картина в красивой раме барокко. Стиль. И что тут изображено? Поле. И тут семья, что ли. Пахари. Симпатично так вот, такой как уютная комната, как будто это комната со шкафчиком. А в этом шкафчике что у нас? Какие-то старинные ложки с вилками, кастрюлька. Плохо видно. О, блокнотики какие-то. Что 250? Рыбный ресторан Чили. Красивые Мерлин Монро с красивыми подсвечниками, жульенницы разные. Короче, вот такой красивый шкафчик. Здесь красивые портьеры висят, эти шторы из плотного материала такого. И здесь светлый шкаф такой красивый в старинном стиле Прованса. Софи Лорен, что ли, изображена? Да, Софи Лорен. Посмотрите, какая красивая графика. Все черно-белое, кроме бокала с вином и шляпа. Ленточка нашла. Спасибо.
булочки натуральные. Пахнут. Яички стоят красиво очень. Даже подушечки симпатичные. Тут какой-то такой. А что это вы занесете? Борщ. Борщ? Да. Отлично.